Привет, ребята! Сейчас я вам покажу комнаты в Комплайф Карпаты. Тут у нас кровати, вешалки, тумбочки разные. Здесь розетки, включатели света. У нас тут есть полотенце, еще очень большое окно, поэтому тут всегда светло. Тут у нас телевизор, и его можно иногда смотреть. Но обычно у нас мы очень много заняты и всегда делаем что-то интересное. Здесь у нас душ, туалет, батарея, вот вешалки и умывальник. Вот такие вот у нас прикольные уютные номера. В них очень классно. Кстати, очень-очень мягкие кровати. Приезжайте к нам в Комплайфе. Кстати, комнаты здесь практически везде одинаковые, но есть на 4 человека. Так что если вы приехали вчетвером, то не проблема жить вместе.